Субботник в полном разгаре. Решили провал вот здесь у Альпийской горки поднять почву. Сейчас менять композицию из растений. И, конечно, поднимем высоту. Великолепно у нас разрослись за 2 года лапчатка, курильский чай, можжевельники, сосна горная, почвопокровные. И вот девочки выкапывают наши почвопокровные, камешки наши красивые. В саду ничего не выбрасываем. Любой подручный материал, строительный, нестроительный, любые камешки, все это храним. И вот у нас осталось после строительства нашей ротонды вот такие вот кусочки. Пеноблоки, еще что-то. Просто меняем контуры нашей Альпийской горки. Сейчас засыпаем точечно землей плодородной и сажаем наши растения, которые выкопали. Также у нас есть хвойник, можжевельник стелющийся. И есть стафанандр, который у нас там одна из прихожан подарила. Тоже сюда мы перенесем стафанандру. Будет великолепно смотреться. Подняли на все ненужные нам территории храма блоки, когда строили вот эту ротонду. Остался там бой, кусочки всякой пеноблоков, камешков ненужных. Вот у нас основа этой Альпийской горки вот с этой стороны. Вот этот всякий лом своеобразный. Точечно засыпали плодородной землей. Посадили на передний план стафанандру. Всем советую вот такое стелющееся кустарниковой формы жизни растение стафанандра с мелкими тонкими листочками лимонного цвета. Великолепно обыгрывается камнями на Альпийской горке. Тут же 2 самшита посадили молоденьких, и они перекликаются вот с этим вот большим. Теперь у нас вот здесь 2 самшита. Будут разрастаться. Тут же овсянница чудесная. Она дает голубизну, воздушность. 3 сорта гехеры. Можжевельник стелющийся. Гехеры, как я сказала. Можжевельники, опять же, стелющиеся желтого оттенка. Здесь посмотрите, какой кармашек из горной сосны. Великолепно. Живучки красной линии и каменные розы тех растений, которые у нас создают ковер на Альпийской горке. Изумительный. Тут же у нас с вами в этом году выкапывался по весне пруд. Сейчас его уже заполнили водой. Наступила осень, и посмотрите, какая красота. Посмотрите, как отражается храм в зеркале пруда. Тут же Альпийская горка, прогулочная зона. Приглашаем всех на территорию храма Серафима Саровского в Раево, метро Медведково, на службы и прогуляться по нашим цветникам и композициям. А также по субботам в 11 часов клуб садоводов «Раевский сад» приглашает всех желающих. Одевайтесь потеплее, калошки, секаторы, и будем трудиться. После работы обязательно у нас проходит чаепитие. Так что приходите сами, приводите друзей, детей, знакомых. Милости просим.